значение имени. Однако в работе проявляет незаурядный ум и способный достичь больших успехов. Буква «Р» наделяет их оптимизмом, поэтому при неудачах они не падают духом и готовы к новым совершениям. Люди с буквой «И» часто не умеют контактировать с людьми, но это не мешает окружать себя преданными товарищами. Буква «И» в этом имени провоцирует на импульсивные приступы страха за благополучие своего тела, боязнь остаться без денег или другие не столь важные для привычного мира моменты. Этим людям можно верить, они верны своему слову. Удачными днями недели для людей с этим именем в нумерологии является четверг, пятница и вторник, но в большей степени все-таки четверг. Это имя с буквой «Ж» означает, что владельцы имени цепляются за жизнь в прямом смысле этого слова и, подавшись порыву, плывут дальше за жизнью, не разбирая дороги. В связи с этим им очень легко потерять приобретенные, но на жизнь они не жалуются, а живут так, как получается. Носителю имени не придется заставлять трудиться. Натура широкая, но непредсказуемая в порыве эмоций. Свет, краски, музыка и все, что излучает красоту, является для владельца этого имени источником глубоких переживаний и вдохновений. Такт буквы «Ж» – это страсть, фонтан, огромный выброс эмоций. Личные комплексы и заторможенность присущи владельцам этого имени. Но это всего исходит из того, что представители имени очень тщательно продумывают путь, прежде чем сделать шаг. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.